Тема праца. Тема работа. Праца. Работа. Праца. Сукцес. Сукцес – это успех. Сукцес. Сукцес в праце. Успех на работе. Працодавца – это тот, кто дает работу. То есть ваш работодатель. Затрудненные – это, собственно, вы, работник, который работает. Важно не путать эти два слова. Працодавца и затрудненные. Працодавца, затрудненные. Зовут. Зовут – это профессия. Зовут. Зовут. Это слово имеет всего лишь одно значение. Зовут. Быть на эмеритуре. Эмеритура – это пенсия. Быть на эмеритуре. Пенсия – это на польском языке заработная плата, поэтому здесь тоже не стоит путать. Эмеритура – быть на эмеритуре. Безробоче – безработица. Позём – безробоча. Позём – это уровень, уровень безработицы. Позём – безробоча. Позём – безробоча. Звольнить с працы. Звольнить с працы. Уволить с работы. Кого-то уволить с работы. Если мы говорим о себе, звольниче с працы. Звольниче с працы. Звольниваемся с працы – это я уволился сам. Страчить працы. Страчить працы. Здесь в негативном смысле потерять работу. Страчиваем праце. Страчиваем праце. Я потеряла работу. Працовать яко. Мы говорим не працовать кем и так дальше. Я слышала такие ошибки. Працовать яко кто? Працовать яко научитель. Працовать яко лекарь. Працовать яко пеленгнярка. Чем się займуешь? Чем ты занимаешься? Иногда мы можем спросить в контексте работы, задать такой вопрос. Чем się займуешь? Чем się займуешь? Ким jesteś z zawodu? Ким jesteś z zawodu? Это кто ты в плане профессии? Какая твоя профессия? Ким jesteś z zawodu? Именно так задаем этот вопрос. Ким jesteś z zawodu? И отвечаем z zawodu jestem lekarze. Pracuję w branży. Это значит я работаю в сфере или в какой-то отрасли. Pracuję w branży finansów. Наприклад. Мої обов'язки в праці. Мої обов'язки в праці. Это мої обов'язки на роботі. Мої обов'язки в праці. Розмова о праці. Розмова о праці. Розмова кваліфікаційна. Розмова кваліфікаційна. Это одно и то же. И это значит просто собеседование, когда вас принимают на работу. Розмова о праце, розмова кваліфікаційна. Резюме, которое вы приносите на работу или посылаете, называется просто CV. Кар'єра. Кар'єра – это просто кар'єра. Роб'є кар'єре. Это я делаю карьеру. Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie zawodowe.
Doświadczenie. Это опыт. Может быть doświadczenie życiowe. Это жизненный опыт. И doświadczenie zawodowe. От слова завод. Это ваш опыт вашей профессии. Doświadczenie zawodowe. Życzę Вам sukcesów w pracy. Что значит «желаю вам успехов в работе»? Życzę Вам sukcesów w pracy.